Для подкормки растений опытные садоводы используют различные аптечные препараты. Об одном из них мы хотим подробно рассказать в сегодняшнем видео. Итак, речь пойдет об аскорбиновой кислоте с глюкозой. Витамин С или аскорбиновая кислота полезна не только для нашего организма, но также может благотворно повлиять на растения. Это вещество способствует формированию крупных завязей, помогает молодым росткам справляться с засухой и действием ультрафиолетового излучения, принимает участие в процессе дыхания, повышает устойчивость к заморозкам, защищает от различных заболеваний, и увеличивает урожайность культур. Глюкоза является популярной биологически активной добавкой. Этот препарат абсолютно безвреден и входит в состав многочисленных биостимуляторов и корнеобразователей. Такое средство обеспечивает растения энергией, повышает плодородность почвы, ускоряет рост и развитие и повышает иммунитет. Для приготовления подкормки аскорбиновую кислоту нужно смешать с глюкозой или сахаром, или же воспользоваться аптечным средством, которое уже содержит оба этих компонента. Одну таблетку препарата измельчаем в порошок и растворяем в 1 литре воды, полученным удобрением производим полив рассады под корень или же опрыскиваем по листу. Первую подкормку проводим после появления нескольких настоящих листочков, а потом уже один раз в 2-3 недели. В данный состав также можно добавить 1 чайную ложку сухих дрожжей и настоять полученный раствор в течение суток. Готовое средство разводим с водой в пропорции 1 к 10 и поливаем рассаду. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.